37-й Алматы-марафон. Совершенно новый для многих, наверное, ну и для нас, как для команды. Прошло 5 лет с момента первой сертификации наших трасс. И в этом году пришло время, чтобы сертифицировать вновь наши трассы согласно Ассоциации марафонов и забегов. И мы в этом году решили поменять трассы, сделать их немного другими, новыми, попробовать нечто новое для участников, придумать какие-то фишки, новинки, учесть пожелания наших участников с предыдущих лет. Сегодня потрясающее событие, которое не только казахстанцы, но, я думаю, часть нашего мира ждало. Почему? Потому что это самое крупное событие в Средней Азии. Это Алматы-марафон, это 7-й Алматы-марафон. И Алматы-марафон обновленный, с новыми техническими решениями. То есть в этом году уже можно было отслеживать бегунов на онлайн-трекере. Это новые партнеры, друзья, которые предоставляли новые виды энергетического питания на станции. Это и хлеб, и энергетические батончики. Новые эмоции, но по традиции, как всегда, это прекрасная погода. Всегда, что бы ни происходило до старта марафона, буря, ураган, был даже снег когда-то. Эта неделя была такая сложная в плане погоды, было очень холодно. Сегодня пришли на старт, потрясающее солнце, видите, как солнце шпарит, очень тепло. Мы бегуны не вредные, и Алматы марафон действительно ожидаемое событие. Соответственно, люди посылают теплые эмоции, и даже погода реагирует положительно. Я думаю, что сегодня все получилось. Наши участники испытали совершенно новые ощущения, потому что набор высоты изменился для многих дистанций, градиент изменился. Поэтому я думаю, что мы сможем судить о впечатлениях по истечении какого-то времени, когда участники отойдут, придут в себя и смогут сказать что-то про новые трассы и про новую локацию старта и финиша. Мы в этом году достигли лимита по количеству участников. Более того, мы закрыли регистрацию заблаговременно и досрочно. 10 апреля была дата, когда регистрация заканчивалась, но мы закрыли ее 9 апреля, потому что количество участников достигло 14 тысяч. Я думаю, что сегодня на старте было гораздо больше людей, учитывая всех болельщиков, учитывая всех тех людей, которые пришли посмотреть на этот праздник спорта. По определенным данным, сегодня на нашей локации было порядка 30 тысяч людей. Я думаю, что мы достигли какого-то рекорда, мы вышли на какой-то новый уровень в части организации, в части масштабности проекта. Ну, я думаю, что мы дальше будем развивать это. Более того, у нас вышло более 90 команд, если быть точнее, это 99 команд Экиден. Это потрясающий тимбилдинг для компании, это потрясающий тимбилдинг для семей, то есть бегут дяди, тети, братья. И я когда видел людей, которые бегут командные эстафеты Экиден, это вот совсем другие люди. Это я думаю, что это будет тенденция следующего года, и за 100 мы точно команд перепрыгнем. Конечно же, в организации данного мероприятия задействовано было огромное количество людей. Это волонтеры, это наши партнеры, это наша команда, это службы города, которые, как всегда, очень слаженно отработали. Я о волонтерах говорю всегда. Я действительно искренне рад за наше молодое поколение. Почему? Потому что в их годы у меня сознание было другое. Мы 4 дня видим, как волонтеры, это студенты, школьники, практически не спят, абсолютно безвозмездно помогают, выставляют турникеты, выставляют какие-то технические вещи, помогают людям в предоставлении информации, клеят номера. Это молодежь, которая социально правильно настроена. Я абсолютно счастлив, что мои дети будут жить в окружении таких людей, как сегодняшняя молодежь, которая в виде волонтеров сегодня помогает нашим мероприятиям. Ну и самое главное, нужно сказать, что это праздник, наверное, благотворительности. Для чего мы все это делаем, для чего бегут наши участники, это цели благотворительность. В этом году в очередной раз мы выбрали 3 глобальных проекта. Это дети с определенными нарушениями, с определенными ограничениями, которым мы вновь поможем спортивным инвентарем или строительством новой детской спортивной площадки для того, чтобы они смогли заниматься спортом, чтобы они могли себя полноценно чувствовать спортсменами, участвовать в соревнованиях. Вот. Ну, я думаю, что все те люди, которые сегодня вышли на старт, это была первая мотивация для них, то, что они делают благое дело. Я очень хочу пожелать людям также популяризировать здоровый образ жизни,
Пусть этот праздник будет не только алматинским и всеказахстанским, пусть это будет праздник мировым, и мы достигнем со временем мирового масштаба.